Адаптивные светодиодные фары Master или UL улучшают видимость в темное время суток и защищают других водителей от ослепления вашими фарами. Фары оснащены рядом светодиодов, каждый из которых освещает отдельный участок дороги впереди, в то время как двигатель регулирует высоту луча фары в зависимости от скорости ты путешествуешь. Здесь также есть светодиоды ближнего света, которые освещают большую площадь по обе стороны от вашего автомобиля. Система UL позволяет вам постоянно использовать дальний свет, не ослепляя других водителей. Эта функция активируется, когда фары включены автоматически, а рычаг находится в положении дальнего света. Камера переднего обзора следит за дорогой впереди и автоматически переключает фары между ближним и дальним светом по мере необходимости. Когда впереди появляется транспортное средство, система определяет его местоположение на дороге и выключает выбранные светодиоды, чтобы осветить область вокруг другого транспортного средства. При скорости более 95 км в час, система автоматически увеличивает дальность света фар, чтобы вы могли видеть дальше впереди. Когда приближается встречный автомобиль, система выключает выбранные светодиоды, чтобы избежать ослепление приближающегося водителя. А при движении со скоростью не более 40 км в час, включаются фары ближнего света, расположенные по бокам вашего автомобиля, чтобы помочь вам обнаружить препятствие. Эта интеллектуальная автоматическая технология означает, что вам не нужно вручную переключать фары во время движения. Просто активируйте функцию UL, и система сделает все возможное, чтобы обеспечить превосходную видимость во время движения. Адаптивные светодиодные фары головного света являются частью технологии безопасности EActiveSense от Mazda.